Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю вкуснейшие баклажаны капрезе с сыром и помидорами. Баклажаны получаются мягкие, очень вкусные, пропитанные чесночным соусом. Это просто чудесная горячая закуска. Для рецепта мне понадобится 1/2 чайной ложки. В майонез на мелкой терке натираю 2 зубчика чеснока. Добавляю немного соли, 1/2 чайной ложки орегано и добавляю 1/2 чайной ложки сушеного чеснока. Сушеный и свежий чеснок отличаются по своим вкусовым качествам, поэтому я добавляю еще сушеный чеснок. Конечно, вы можете использовать любые специи, какие нравятся вам. Хорошо все перемешиваю. Получился вот такой ароматный чесночный соус, которым буду смазывать баклажаны. Баклажаны я разрезаю пополам. И теперь острым тонким ножом надрезаю баклажаны наискосок. Я прорезаю достаточно глубоко, но так, чтобы не повредить кожицу. И теперь поперек. Получаются вот такие ромбики. Таким образом подготавливаю все баклажаны. Выкладываю баклажаны на противень, выстеленный пергаментной бумагой. И теперь баклажаны промазываю чесночно-майонезным соусом. Причем я стараюсь, чтобы этот соус попал между вот этими разрезами. Хорошо промазываем. И теперь баклажаны я отправляю запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Надо, чтобы баклажаны стали мягкими. Пока запекаются баклажаны, тонкими кружочками порежу помидоры. И также тонкими кружочками режу мягкий сыр моцарелла. Баклажаны запеклись, они стали вот такие уже мягкие. Кстати, их можно и вот таким образом тоже подавать к столу, это уже очень вкусно. Но сегодня у меня баклажаны капрезе, поэтому сверху на баклажанчики я выкладываю помидоры и выкладываю сыр. Сверху буквально совсем чуть-чуть промазываю оставшимся соусом. И отправляю в духовку еще примерно на 10 минут. Все готово. Баклажаны вот так красиво запеклись. Сыр сверху расплавился. Аромат стоит просто великолепный. Сверху на баклажаны можно выложить листики базилика. Базилик можно просто, если он крупные листики, порвать руками. И, конечно, горячие баклажаны сразу подаем к столу. Какие они нежные. Очень сочные. Какая нежная мякоть у баклажана. Просто великолепно. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.